чувствую, Ваня. Документы есть у вас? Предоставь документы. Просто мне кажется, что-то здесь нечисто. Не терак ли он задумал, а? Не надо, Игнат, нас уходить, пожалуйста. Так, ну, что меня толкать? Не трогайте меня руками. Руки вы убрал. Вы знаете, гражданин. А я не должен представляться. Что у вас? Закон Российской Федерации, документики предъявите. Что? Терактом здесь занимаюсь. Я сзади подхожу, слышишь, если что, чтобы не убежал. Ты кто такой? Я даже не знаю, как тебя зовут. Можете его в машину посадить, ребят. Терак, вы не хотите здесь совершить? Давай его загрузим. Чего вы себе боитесь, что стоите? Ну заковывай, все, почему давай, и в отделение. На ты? Почему со мной а что, а я не имею права? Не имеете права. Давай, может, подмогу вам вызвать, а? Если вы не можете его в машину. А вы что? Нам нужен рапорт. Какой рапорт? Ну давайте мне данные, берите у него мнение, да, это вы сотрудник полиции, берите у него данные, я запишу. Вас уберите. Вы же сотрудник полиции. Вы тоже сотрудник полиции. Он нам не дает. Опа-на! Для проверки на причастность к ранее совершенным преступлением. Проверяйте, я вам предъявил. Личность моя установлена. Вы будете... Я не собираюсь вас ознакомить. Как вы, так? То, что вы не знаете закона. Это вы не знаете закона. Да, блядь, убери ты руки. Слушай, а это у вас это... Как что это называется камера? GoPro. Интересный фотоаппарат. Сколько мегапикселей? Так что, будете ознакомиться? Сколько мегапикселей? Ну вот, читайте. Отрицал, вот этот мне вот так а вот. А у вас зрение плохое, я ближе к вам делал, у вас очки. Уберите, пожалуйста. Потом еще скажете, что я не видел. Уберите у меня от лица. Показано нормально настоящее. На какое? Определите в сантиметрах. Я достану рулет. 50 сантиметров. Вот так. 50. Видно? Нормально? Мне кажется, у него рука меньше 50. Или больше. Урванов Сергей Владимирович. Да. Как фамилия? Урванов. Урванов, да? Урванов Сергей Владимирович. Дата рождения. Телефон пускай убирай. Не установлен. Дата рождения. Какой-то подозрительный. Не является. Очень подозрительный. Телефон пускай убирай. Чего мне мусить телефон? Вот, предъявляю. 27.01.73. Республика Узбекистан. Да. Это все. Аброра. Залет капитальный. Коллега Аброра. Залет капитальный просто. У кого? Узбекистан. Ну все. Данные мои установлены. Пробивайте. Я в розыске. Преступник. Надо после допыт убить, да? В отделе, да? Да. Ну, да, протокол доставления, что. Да, давай. Вперед. Что, рапорт подписать-то? Все, сейчас будете арестовывать наручники, я делаю. А зачем наручники? Зачем наручники? Нет, не надо. Пишу о доставлении. Ну, да, да, иди, да, пиши. Не будете препятствовать, правильно? Пиши, пиши, иди, рапорт. Пишите. Пиши. Я же вас уважаю. А я тебя не уважаю. А я вас уважаю. А я тебя не уважаю. Я вас не уважаю. Я тебя не уважаю. Все. На этом мы разобрались. Я тебя, ты меня. Все. Никто никого не уважает. Кстати, не воровал, а сдавал как находку. Ответ так я так и не получил. Да? Знакомое лицо. Все. Куда мои конуса стырили? Я вам сдал их как находку, а ответа не получил. Алло? Алло? А ну сотрудники полиции хотят, гаишники, написать обычным ППСникам рапорт, что меня надо пробить по следопиту и доставить в отделение полиции. Пробивать по следопиту мою личность. Я предъявил им паспорт, а им надо по следопиту пробить мою личность. Какое отделение полиции меня будет доставлять? Адвокат, чтобы подъехал. Ивановская следопыта. И так будем или не будем доставлять? Я задержан? Сейчас. Все зависит от сотрудников. Они рапорт пишут. Ну все, вот они пишут рапорт. Ну, да, куда будете доставлять? Ивановская. Еще раз. 8А. А, да. Ну все, сейчас сотрудники ГИБДД пишут на меня рапорт, что тут на меня надо рапорт. Докладываю вам, что 29-го... Опа-на! Опа-на, да. Там ознакомимся. Все, пишут рапорт, сейчас меня сотрудники полиции так, будут доставлять. Фамилия. Еще раз, пожалуйста. Что-что? Вот у него. Кого у него? Молостовых 8А. Фамилию, уважаемый. Молостовых 8А. Это что я только запомнил с вашего паспорта. Да. Да, 51 статья Конституции. Давай да. В отдел тогда. Да, в отдел, все. Меня ластают. Конечно. Все. Давай. Антон, я меня ластают, все. Садись. Меня сажают в полицию. На основании чего я да, доставляю? На основании да, рапорта, давайте, давайте. О, все, давайте. Все, меня ластают, все, подсаживают меня в машину. Давайте. Для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.
проверять, я вам предъявлю. Личность моя установлена. Вы будете меня толкаться, вы меня боитесь. Сядьте, пожалуйста, спокойно. Личность моя установлена. Сейчас будем устанавливать, давайте. На каком основании я должен присаживаться? Садитесь. Да отойдите вы от меня. А что вы ко мне толкаете? Садитесь. Что происходит? Я что-то не пойму. Я вот тоже не понимаю, на каком основании? Рапорт содержания есть? Есть. Где? Покажите. Ознакомьте меня с ним. Рапорт содержания составляется... Давайте, гражданин, присядьте, пожалуйста. Я не понял, за что вы меня запихиваете? На каком основании меня доставляете? Я вам сказал. Собираемся, Молостовых, 8А. Меня туда доставляют на причастие к ранее похищенным. Личность моя установлена. Урванов Сергей Владимирович, 27 января 73 года рождения. Проживая город Балашиха. Да. Как фамилия еще раз? 51 статья Конституции. Урванов, да? Урванов, да. Так и запишем. Так и запишем, да. А, уже сегодня доставляемся. Балашихи, правильно. Давайте присаживайтесь. Все. Где рапорт о доставлении? На основании чего я доставляюсь? Можете его в машину посадить, ребят. На основании чего я доставляюсь? Присаживайтесь. На основании чего я доставляюсь? Я не вижу, зачем я сейчас буду дописывать. Машину присядьте, пожалуйста. На основании чего я доставляюсь? Где я рапорт? Я 10 раз сказал. Где? У тебя еще ничего тут не заполнено. Я документы уже предъявил. Документы давайте тогда. Предъявил я уже кому? Ничего у вас не должно быть в руках. Тогда присаживайтесь. Дежурный объяснит. А, ну да. Все, ребята, доставляемся. Вот все, доставляемся, присаживайтесь. Слишком много бумага. На основании чего я должен присесть? На основании чего я задержан? Причина и цель задержания. Где рапорт? Где протокол доставления? Вас тут проверяют на причастие к преступлению. Я вам предъявил свой паспорт? Проверяйте. Что? Как я проверю? Что у вас руки? Рация дрожат, есть? Что? Да, конечно, вокруг меня потенциальные нарушители. Тогда сядьте, если боитесь. Куда? Сюда, машину, там где? Конечно, ага, там как раз таки, там. Пока я не вижу сотрудников полиции, я вижу обиженных служителей, у которых пошло день пошел не по плану. К сотрудникам полиции не приставал, обращения не делал. Да, я. Я их сдавал как находку. В прошлом году ваш комиссар. Точно, что ли, помнишь его? Да, он не отрицает. Да, я не отрицаю, а да. Он с дороги, с проезжей, нашел на дороге. Валялись на проезжей части, сдал как находку. А кому находку сдал? Да мы потом приехали, он их выписал. Да? Я вот сдал сотрудникам полиции. Украли мои конуса, не отчитались. Это нормальные люди. Так что все нормально. Где же такие берутся? Да, да. Где же такие сотрудники полиции? Давайте присядем. На основании чего я должен присесть? На основании. Рапорт. Заполни. Пускай рапорт заполнит. Документы будьте добры. Документы, паспорт, будьте добры, пожалуйста, я заполню. Вы не даете документы. Вот я предъявлял, у него установочные данные. Еще раз. Вам я не вижу основания предъявлять. Давайте сотруднику предъявляйте, а я заполняю рапорт. Да, в кармане. Ну давайте, нападайте. Восстать когда будете? Сегодня? Что делать? Нападай, когда будете? Сегодня? На кого нападать? На меня. Зачем? Мы что, обиженные, как ты говоришь, что ли? Ну давайте, это... что? Ну как вот вы, сажать? Ну давайте, доставайте зачем браслеты. Зачем? Ну я же задержан. А вы что, сопротивление оказываете? Я же задержан. Вы сопротивление оказываете? На чего? Вот, если я не задержан, тогда зачем я должен садиться туда? Проверь. Проверяйте. Садитесь. Паспорт я вам предъявил. Фамилию, имя, отчество вы прочитали. Не почему вы служебную книжку их не записали? Присаживайтесь. На основании чего я должен присесть? На основании чего я должен сесть? Вот где протокол, где рапорт? Рапорта нету, протокола нету. Не заполнил. Ну давайте, вырывайте, давайте, бейте. Ну давайте, полиция же, я вот, да. Ну давайте, ребята, ну давайте, действуйте. Документы будьте добры. Покажите народу, что из себя представляет полиция. В отделении заберете видеокамеру, сотрете все данные. Да. Соберете, да. Прячьте, давайте, собирайте. А где действуйте. Документы? Будьте добры, документы. Паспорт. Я показывал. Кому? Сотруднику полиции. Документы у него установочные надо показать, чтобы рапорт написать. Мне с какого перепуга я тебе должен показывать паспорт? Вот ты кто такой, что я тебе должен показывать паспорт? Ты кто такой? Я даже не знаю, как тебя зовут. И не надо знать, я к тебе вообще не обращался, я к тебе не подходил, тебя не трогал. А я к вам обратился. Я что-то нарушил, что ты ко мне обратился? Документы, будьте добры. Когда ты ко мне обратился, я чего-то нарушил? Я вам показал удостоверение.
Показал. Когда... Теперь будьте вы добры, показывайте. Когда я тебе, когда ты ко мне обратился, я чего-то нарушил? Да. Что я нарушил? Помешал мне немножко. Чем я тебе помешал? Я к тебе обращался? Гражданину помешал, который стоял там. Он обратился, говорит, скажи вот этому гражданину, что он меня на камеру снимает. Я подошел, спросил. Вы начали названивать 0203. И все, это запрещено звонить 0203? Я не знаю, что у вас здесь машина стоит. А гражданина принял? А гражданина принял запрещение? Может быть, вы теракт хотите совершить? У нас все снимать запрещено? Не запрещено. На заправке, что вы здесь хоть снимаете на видео? А что за, на заправках делаете? А теракт вы не хотите здесь совершить? А что на заправках делаете? А теракт вы здесь не хотите совершить? Ну если я теракт совершил, ну на, арестуй! Доставай браслеты, одевай! Сейчас проверим отделение. Ну все, проверяй! Давай его загрузим, чего здесь будет? Ну давайте, давайте! Давайте, на каком основании я должен присаживаться? Это. На каком основании я должен присаживаться? А? Вот, нет, подожди, я кто ты? Я не буду, я говорю, с вами тут стоять. Уважаемый, присаживайтесь. На каком основании я должен присаживаться? Что? Что я сделал? Отделение полиции, сейчас поедем. Ну и хорошо, едем. Для чего? Я личность уже установил. Я личность себе... Я лично себе что установил. Вот сотрудники полиции говорят, ваше показывал. Я ему показывал. Не установлено ваше. Скажи, что я тебе не показывал паспорт. Скажи, что я тебе не показывал паспорт. Давай, присаживайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Не будем здесь клоунаду разводить. Для чего я должен сюда сесть? Для... На каком основании я должен сюда садиться? На каком основании? Лично я свои установил. Вот, пока, вот. Предъявил сотруднику. Все, все, вот и присаживайтесь. Сотрудник полиции. Да он сотрудник сам говорит, что он не установил вашу личность. Старший сержант, я вам паспорт показал? Личность установили? Нет. Если вы считаете исполненности паспорта, составляйте протокол изъятия паспорта на экспертизу? Присаживайтесь. На каком основании я должен сесть? Чем я задержан? Да, бесит, бесит. Сложно, да, сложно. Эх, сложно стало бесить. Вообще вас не трогал. Сами с пола подняли неприятность. Давайте, присаживайтесь, присаживайтесь. Я вас даже не обращался. Для чего я должен туда сесть? Все, поехали, сейчас. Сейчас быстро доедем и все, проверим и поедем. Все нормально, все. Никаких претензий не будет. Я вам паспорт показывал. Берите рацию, пробивайте меня по паспорту. Сам в отделении полиции все будет то же самое. Только приедут еще журналисты и приедет мой адвокат. Все общение будет с моим через моего адвоката. Ну хорошо, спасибо, приезжаю. Все, присаживайтесь, пусть приезжают. Присаживайтесь. На каком основании я должен сесть? Где рапорт у тебя не написан? Да! Ты составь рапорт, уважаемый. Да никакой я тебе не уважаемый. Гражданин ко мне обращайся. На каком основании я должен сюда погрузиться? А вы что, все боитесь, что стоите? Конечно, да, не по... боитесь, да потому что я предъявил, моя личность установлена. Стоит, четыре сотрудника стоит. И что сотрудники? Что сотрудники? Давайте присядьте, поедем в отделение. Для чего? В отделение. Что мы там в отделении сделаем, что мы здесь не можем сделать? Проверим на вас на причастность к ранее совершенному преступлению. Проверяйте. В розыске вы не в розыске. Вот я сотруднику полиции предъявил паспорт. Он предъявил тебе паспорт? Предъявил паспорт. Бери рацию. Хочешь проверять? Бери рацию, я тебе еще раз паспорт покажу. О, давайте. И еще раз продиктуешь данные. О, давай. Садись за рацию. Давайте. Бери рацию. О, указывай. Не надо мне указывать, что ты. Ну ты же хочешь мою личность установить? Сейчас я проверить меня хочешь на розыск? Бери рацию. Я тоже чуть-чуть. Не надо мне указывать, что делать. Не буду тебя указывать. Как ты будешь проверять мои данные? Все поменяется в отделении полиции от того, что я здесь паспорт проверяю. Я также паспорт из рук буду поделать. Пусть заполнен рапорт. Пускай заполняет. Нужны данные ваши. Продиктуй ему. Я тебе показывал. Я что, их с головы возьму или что? А что, вот, что этот рапорт означает для меня лично? Вот объясни мне. О том, что вы будете доставлены в отделение полиции. Для чего? Для дальнейшего разбирательства. Вы установили ваши личности. Для... Личность-то я тебе показал паспорт, ты уже установил мою личность. Вот лично ты уже установил мою личность, я тебе паспорт показывал. Арестуй меня, если я тыкаю. Арестуй. Если это нарушение, когда я тыкаю сотруднику полиции, арестуй меня. Если это нарушение, если я кого-то, если я не нарушаю, я имею право так обращаться. Уже бы лицом положили бы на Америку. Вам до Америки, когда это, мне до Китая. Вам до Америки. Куда пришли, пожалуйста? В Америке такая порнография, как вы исполняете на дороге, не присутствует. Для чего? Личность хотите установить? Ну, личность хотите установить. Идемте, садитесь, пробивайте по рации меня. Вас же только это надо. Думаете, в отделении полиции что-то поменяется? Может, умнее. Давай, может, подмогу вам вызвать, а?
Если вы не можете его в машине. А вы что? Нам нужен рапорт. Какой рапорт? Заявление. Ну, давайте мне данные, берите, у него мне не дают. Вы сотрудники полиции, берите у него данные, я запишу. Да, и паспорт берите. Вы же сотрудники полиции. Вы тоже сотрудники полиции. Он нам не дает, он вам. Мы вам на машине, наверное, не остановили. Хотели? Вас вызвали, хотели придеть? Ну, да, будете пробивать меня? Давайте. Будете? Давайте, будете пробивать? Да. Рацию давайте. Просто и пробивайте меня. Чтобы 10 раз я не показывал одно и то же. Давайте. Ну, давайте, сотрудники. Вот, младший сержант, берите рацию. Давайте, будете пробивать? Передадите данные. Что это? Данные ваши запишу. Это что? Служебная записная книжка или бумажка А4? Как они будут твои данные пробивать, скажи? А? Я подержу паспорт. Я подержу паспорт. Буду держать все то время, пока вы пробиваете паспорт по рации. Хорошо, держите. Хорошо. Не по телефону, по рации. Телефон — это незащищенный канал связи. ФСБ прослушивает, да? ФСБ прослушивает. Вот смотрите, вас сотрудники ДПС вызывали по рации, не по телефону. Давайте по рации, сделаем все как положено. Давайте, что значит телефон? Открывайте паспорт, открывайте. Много слов, мало действий. Паспорт открывайте. Рация имеется, ребят? Или я чего-то заблуждаюсь? Гражданин Иванов, уважаемый. По паспорту, паспортные данные по телефону незащищенному, я не знаю, кому он позвонил. Может, он своему дяде сейчас позвонит. А по рации я знаю, что вы связитесь с дежурной части, там голос будет, слышно. Значит, все. Я на кухне буду лежать, смотри. Да, я же знаю, сотрудники полиции нападут, запись уничтожат. Да нет, рация имеется. Имеется. Ну давайте по рации проверим. Что это значит по телефону? Где балансовый содержащий? Паспорт откройте. Я не знаю, у нас правовое государство, мы что, мы в колхоз или еще как? Ятрё. Вот это полиция, вот это полиция. Смотрите, смотрите, в каком окружении. Ребят, я ничего не нарушал. Сотрудники полиции ко мне никаких претензий по логике не должны. Вы сотрудники полиции, вы имеете граждан любых, все там, это арестовывать, все. Я вам предъявить готов. Все. Я уже раз предъявил, какой результат. Меня стали паковать машину. Вам чего-то не хватает. Хотите убедиться? Проверить через дежурную часть. Вы же говорили, что довезите меня в отделение полиции. Пробивайте. Я говорил? Да. Я не говорил. Ты что? Вы же сами говорили, когда вызываете наряд полиции. Я такого не говорил. Я такой, он говорит, все, вызываем наряд полиции. Почему так? От своих слов отказываете? Все, я не говорил, вызывайте полицию. Я с тобой вообще не разговаривал. Да, все, да, конечно. Ну что, рация есть? Предъявляйте. Запомните? Да. Куда? Вот эту бумажку неизвестную будете записывать? Или по телефону? Я запомнил. Сотрудник рапорта. Я рапорт. А, чтобы меня можно было достать, я еще ничего не совершил, а он запишет. А, ну, давай, доставляйте. Меня в любом случае доставят. Давайте, документы ваши. Напишите, я ничего не нарушил, чтобы вам документы давать. Есть. Я-то опытный, я-то знаю, что вы не первый раз, все сотрудники полиции изобьют. Видеозапись сотрут, а интернет-то вы уже не сотрете. И привезу, когда тогда у него возьмут паспорт. Вот СИБДА меня доставит, нужен. Вам нужен рапорт, мне нужны его документы. Давай тогда так, берите его документы, я напишу рапорт. Вы хотели убедиться, что я ничего не совершил. Паспорт у меня с собой, личность установлена. Садимся за рацию. Показывай. Я уже показал, Ты можешь право, о чем указывать, сотрудник полиции. А вот так вот могу. Зачем? Ну хочешь же установить мою личность? Я уже раз показал. Недостаточно было. Мне для чего-то нужно вести. Я стыл. ПНД надо ставить, не лежал. Может быть, о чем. Ну давайте в рамках законодательства действовать. Хотите установить мою личность? Вы ее не можете. Вам надо где-то ее пробить. Ну давайте. Не по телефону, а по рации. Для начала. Я предъявил. Хотите, я не предъявлял? Я не вижу. Подожди, я же тебе показывал. Ты их даже читал. Уже даже знаете, что я в Узбекистане родился. Это офигеть у нас в России, какое нарушение. Я даже больше знаю вашу Урбану. Ну молодец. Вы видите, уже даже фамилию мою знаете. Имя, отчество. Сергей Владимирович. Родился? Да. По-моему, в 73-м году, да? 73-й год?
51-я статья Конституции. А проживаете как? А вы вот, вот вы меня опрашиваете, для чего? Вот что это, какая? Опрос, опрос разве не после того, как как-то себе в морду суй? Давай, 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 посоревнуемся. Видеобаттл. Видеобаттл телефонами. Комедия. Все. Рапорт составили. О, рапорт составили. Все. Рапорт составили. В интернет все льется. Присаживайтесь, рапорт составили. Что? На основании чего я доставляюсь? Давайте ознакомливаемся. Что на основании значит? Рапорта, рапорта. Да, да, докладываю вам, что 29.03. Так, сейчас, секундочку. Рапорт начальнику МВД района Ивановской, города Москвы. Рапорт. Докладываю вам, что 29.09.18 года, работая в смену по адресу с энтузиастов, дом 92Г, мной была остановлена автомашина. Гражданин Урванов Сергей Владимирович. Зарегистрированный по адресу, там, не, по, а прочерки, а где прочерки? Со слов 73 года рождения. Все. Присаживайся. Сейчас, подожди, до конца не ознакомился. Дайте ознакомиться. Руки не надо, потом куртку стирать. Проживайте, скажите, где? 51 статья Конституции. Имею право воспользоваться? На основании 51 статьи. Так, давайте дальше ознакомливаться. Сообщающего татара, который был доставлен в МВД района Ивановская, города Москвы, для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. КУД. Преступление. Инспектор 3-й роты УБ ДПС, ГУВД, ВД, ДРДРД. Кто? Фамилия еще раз, можно? Ракаев. А зачем? Ракаев. Все, подпись 29 внутри. Все. Все, парни, доставляемся. Нет, а что? На это. Оружие проверять не будете, нет, шмонать? Нет, вторую часть когда смотри? Вторую часть. Подожди, просто такой личный досмотр есть? Двух понятых. Давай, почему бы и нет? Может быть у него там... Да то да, вдруг у меня фиг, я сейчас сяду и все, и у нас два этих. Хардкор. Сейчас протокол личного досмотра двумя понятыми. Пожалуйста.